Компания ADEMS представляет станок собственного производства ADEMS PRO. Станок предназначен для заточки парикмахерских ножниц с классической режущей кромкой, зигзаг и портных ножниц, бытовых, керамических и баянских ножей. Станок относится к профессиональной серии, справляется с длительной работой при высокой интенсивности загрузки за счет применения деталей, изготовленных на станках с числовым программным управлением. Станок поставляется полностью готовым к работе, не требует дополнительной настройки и монтажа. В комплектацию станка входит держатель универсальный для ножниц и ножей, манипулятор трехколенный, паспорт, втулка переходная, комплект защитных экранов, масло для ножниц. Дополнительно к станку вы можете приобрести комплекты фиксации абразивных кругов, предназначенные для быстрой смены рабочих дисков, и переходные втулки. Эльборовые круги и алмазные диски различной зернистости и профиля. Абразивные и полировальные круги на керамической и вулканитовой связке. Круги полировальные резолит и из натурального войлока. Приступаем к работе. Фиксируем ножницы в держателе. Выставляем необходимый угол заточки. Затачиваем одно лезвие. Не изменяя настроек держателя, фиксируем второе лезвие и завершаем заточку. Полировка ножниц производится также просто. Никаких дополнительных настроек и регулировок уже не требуется. Переворачивая держатель, мы переходим от операции заточки к операции полировки. Для заточки ножей необходимо перенастроить держатель, как показано на видео. Полировка производится также просто. Необходимо просто перевернуть держатель и произвести поочередную обработку лезвий на полировальном круге. Для заточки керамических ножей необходимо применять эльборовые круги. В мастерской часто приходится иметь дело с различными типами инструментов, изготовленных из различных материалов. Для экономии времени на смену и калибровку рабочих кругов рекомендуем держать заранее приготовленные, откалиброванные рабочие круги. Смена круга занимает мало времени и исключается необходимость устроения биения кругов. Компания ADEMS представляет ADEMS Belt – ленточно-шлифовальный станок собственного производства. Станок предназначен для обработки металла, дерева, пластика. Универсальность, заложенная в конструкции, дает возможность использования как в стационарном виде на базе точила, так и в мобильном, применяя шуруповерт, дрель или углошлифовальную машинку. В зависимости от зернистости применяемых шлифовальных лент, возможно производить как самые грубые обдирочные работы, так и самые тонкие полировальные. В комплект поставки входит само устройство ADEMS Belt,
и две переходные насадки для стационарного использования и углошлифовальной машинки. Приобрести станок можно на сайте adems.ru.